Выпускной бал сегодняшний останется одним из самых светлых воспоминаний о чудесном студенческом времени. Прежде всего потому, что это время юности, еще потому, что у вас еще столько много времени впереди, чтобы реализовать задуманное. Я знаю, эти годы были яркими, интересными, но и нелегкими. Освоить профессию – великий труд, и я честно горжусь тем, что вы прошли этот путь достойно. Вы сделали главное, поняли свое предназначение. Это говорит о вашей гражданской зрелости и осознанной готовности стать настоящим гражданином Республики Беларусь. И уже завтра вы начнете воплощать в жизнь свои мечты и реализовывать амбициозные планы. Думаю, что в большинстве эти мечты и планы именно такие, глобальные и в хорошем смысле дерзкие. Такие, которыми и должно отличаться каждое новое поколение сильной и независимой страны. Я убежден, у вас все получится. Обязательно получится, если вы будете этого хотеть и будете стремиться к этому. По-другому быть не может, потому что мы белорусы, и национальный характер наш формировался веками. В каждом из вас заложены лучшие национальные черты. Наше белорусское трудолюбие, ответственность, дисциплинированность, а также неравнодушие, открытость и преданность родной земле. Ну и, конечно, в год 75-летия Великой Победы хочу напомнить, что все мы еще и наследники победителей. Это ко многому обязывает, но главное дает вам право гордиться своим происхождением, своей страной и своей историей. Поверьте, другого такого счастливого дня, радостного дня в вашей жизни не будут. Будут разные времена, и дети будут у вас, вы будете радоваться. Вы будете радоваться, когда ваши дети закончат вуз, школу. Но то, что происходит сегодня с вами, бывает только один раз в жизни. Даже если вы получите еще одно, два, три образования, уже такой радости не будет. Вы преодолели самый тяжелый этап своей жизни. Делайте все в свое время. Если вы сегодня чего-то не сделали, завтра вы это сделать, возможно, не сможете. Придут другие люди, и вы с ними встретитесь. Наступит новое время, которое потребует от вас других действий и шагов. Поэтому то, что вы должны сделать сегодня, делайте сегодня. Ну и на злобу дня я вас очень прошу, покажите всему миру и некоторым нашим, кто не видит или кто ослеп, что у нас есть настоящая молодежь, красивая, умная, понимающая то, что происходит в жизни, и обязательно устремленное в будущее.